Всем доброе утро, мы на месте, привет. Справимся. Сейчас мы обзавелись тумбочкой. Тумбочку туда. В этот раз мы без боксов. Поэтому будем чисто в палаточке базироваться. Тумбочку, столик взяли. В общем, техничка потихоньку обретает правильный внешний вид. Наполнение, так скажем. Друзья, всем еще раз привет. Выезжаем на первую тренировочку. Перенесли ближе ко мне руль, стало намного комфортнее, поэтому, короче, до этого приходилось тянуться сильно за ним. Сейчас прям вообще агонес. Сейчас сначала спокойненько пару кружочков проедем, пощупаем машину, пощупаем трассу. Сказать, что я обосрался, это ничего не сказать. Короче, выезжаю на первый круг, просто кружочек на прямых проезжаю, ну, морду чисто грею. И у меня в конце заезда в финишном створе давление масла 0. Но вы поняли, да, какая у меня паника? Короче, выяснилось. Помните, вот эти датчики охеревшие были, кошеские, которые темпер и давление показывают. Короче, отъехал. Благо был запасной, поставили давление масла в норме, все отлично. Блять, ну как это возможно? Говорит, поехали. Все, поехали на тренинг. Вечерний обход, записываем все параметры, короче, чтобы мало ли что, сразу все обратно поставить, настроить все дела. Ну и все, тьфу-тьфу-тьфу, день прошел отлично, кайфанул максимально, завтра кое-что подкорректируем, ну и день тренировок полноценный, надеюсь, все пройдет как надо. Доволен как слон, тачка реально месяц, хочется гашетку вообще не отпускать, но когда гашетку не отпускаешь, не всегда четко по траектории, точнее вообще все не четко по траектории, поэтому кое-какие коррективы завтра придется внести, чтобы она чуть побольше хотела стремиться на внешечку. В общем, завтра нужно будет поработать, к вечеру запишу, что у нас из этого получилось. Сегодня у нас четверг, хорошая погода, тренировки. Так, это кто? Остап вроде едет. Или Мага.